Доброе утро, мои дорогие зрители. Сегодня хочу немножко показать вам моих перепелят. Утро. Я пеленочку заменила, но так как их здесь 8, больше 80, они ее мгновенно заглаживают, но не суть. Я пеленочку застелила им новенькую. Сейчас будем ставить кормушку. Хочу вам показать, что у нас происходит. Вот у нас кормушка. Оп. Они голодные утром. Пугливые, пугаются. Как они у нас утром на еду налетают. Оп. Вторая. Брудере ставлю кормушечки всегда подальше от водички. Тогда водичку они сильно не портят. Вот, смотрите. Вот. Мои бурундуки. И водичка. Поилочка. Маленький вам лайфхак от меня. Видите? Все, кто все держал перепелок, знают. Вот такую поилку, если ставить вакуумную. Маленькие перепелятки топятся. Я ее ставлю такую уже на третьи сутки. И смотрите, вот там резинка, пружинка. Я просто ее одеваю вниз. И все, она скрадывает очень много места. Практически половину от поилочки внизу. И перепелятки не тонут. Вот так вот. Смотрите, какие малыши. Уже подросли. И хорошо. У нас уже работают заложены новые яйца в инкубатор. Уже инкубируется. Смотрите, какие бурундуки. За день сейчас они мне съедают. Вот их 83, по-моему, перепеленка. Вот две пол-литровые баночки они съедают за сутки. Причем что они делают? Сейчас они очень много разбросают. Вот здесь все это рассыпят, здесь будет все засыпано комбикормом. Я не подсыпаю. Единственное, на ночь они к ночи уже очень много съедают, там только на донышке остаток остается. Я просто снимаю банки, оставляю просто кормушки с остатками комбикорма. Вот баночки поднимаю и все. И они к утру подбирают все, съедают все, весь остаток кормушки, съедают все, что разбросали. Очень-очень даже удобно. Вот. А водички, вот литровой банки, хватает тоже ровно на сутки. Вот я утром поменяла, налила. Завтра до утра будет стоять баночка. Здесь у них работает красная лампа. Я на время съемки выключила. У них там очень тепло еще сверху. Вот у меня стоит здесь крышка. Я еще накрою так крышкой. Здесь у нас с передней стенки, смотрите, снизу вот так прикручена панелька, чтобы они не вылезали из этих вот, из сеточки. Вот. На ночь здесь вот я завешиваю вот так вот. Вот здесь вот сеточку. И крышкой накрываю помещение. Здесь холодный коридор, неотапливаемый. У меня здесь термометр, посмотрите, сейчас утром у нас 20-22 градуса. Достаточно тепло, а здесь у них под лампой намного теплее. Но я не измеряла температуру, вы знаете, никогда не меряю градусником температуру в брудере. Я всегда смотрю по поведению птицы. Если они жмутся друг к другу, значит им холодно. Если они по всему периметру как можно дальше от лампы прячутся туда, где не попадает лампа, значит им жарко. Вот и все. Если они равномерно распределены, значит для них комфортная температура. Термометры не вешаю. Это я считаю лишнее. Вот смотрите, как они. Голодные мои туристы в Турции. Красавчики. Очень хороший, удачный вывод. Мне так нравится. Крепенькие, здоровенькие. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я буду рада для вас снимать видео.